Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики. Продолжаем опыты. Сегодня мы показываем бесплатную, ребята, закачку тока обратно в сеть. Значит, вот у нас зарядное устройство. А вот это, ребята, шнур мы качаем в сеть. Значит, что у нас? У нас аккумулятор вот этот, ребята, вот этот аккумулятор, и грид инвертор. И одновременно зарядка идет. Вот сейчас, сейчас идет зарядка, мы выключили. То есть идет зарядка аккумулятора. Аккумулятор подзарядился немного, мы включаем тумблер, видите, включили. Вот. И пошла, ребята, закачка тока в сеть. Сейчас пойдет. Вот, видите, пошла. 13, 19, 21. То есть пошла закачка в сеть. Как только закачка закончится, мы снова вот этот тумблер, ребята, выключим. Выключим. Оно подзарядится. Заряжается вот этим, значит, устройством. Абсолютно бесплатно, видите. Расхода ноль при зарядке. А ток прокачиваем в сеть. Вот уже видите, 25, идет 26. Как только здесь, ребят, закончится зарядка, перестанет качать, вот это зеленое погаснет, мы отключим этот тумблер, еще подзарядим минут 20 и опять будем закачивать. Так можно весь день закачивать. То есть берем бесплатно, заряжаем аккумулятор, а потом закачиваем сеть. А потом можем, сколько закачали, мы можем уже брать на свои нужды. Подсчитав, сколько мы закачали, и столько же взять, тогда у нас, значит, расход на счетчике будет равен нулю. А сейчас я вам покажу схему этого изделия. Итак, схема, ребята. Вот она схема, видите, АКБ. Ну, вы видели, красный. Грид инвертор 300 ватт. Как он закачивает, ребята, ток в сеть? Ток в сеть он закачивает очень просто. Он смотрит, сколько в сети напряжения вот здесь, в сети, вот в сеть. И... Например, в сети 230, он дает 232 или 235. То есть повышает напряжение и качает ток в сеть. Это грид инвертор. То есть мы отсюда берем, значит, бесплатная зарядка аккумулятора. А отсюда, ребята, то есть аккумулятор, здесь параллельно подключена зарядка и грид инвертор. Отсюда грид инвертор качает сюда в сеть. А отсюда берем. То есть с одной сети же берем. С одной сети берем и в нее же закачиваем. И проверяем через электронный счетчик, сколько мы вкачиваем. Как только, ребята, батарейка подсела, мы кнопку, тумблер, вот она, тумблер, отключаем на грид инвертере, минут через 20 он опять заправит, и минут через 20 мы снова закачиваем. И так можно закачивать сутками. То есть система, ребята, закачки тока в сети. Для чего закачиваем? Для того, чтобы потом брать, сколько закачали, столько мы возьмем, и у нас не будет расхода. Если мы, допустим, закачали 500 ватт и возьмем 500 ватт, у нас, значит, к оплате будет 0. Вот для чего мы закачиваем. Вот такая, ребят, схема. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального здоровья.